Международная научно-практическая конференция «Врач общей практики. Традиции, инновации и перспективы» прошла в клинике «Медицина» 21 июня. Конференция была посвящена 20-летию кафедры терапии и семейной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова и проходила под председательством заведующего кафедрой академика Григория Ройтберга. Раньше я смотрел итоги, мне казалось, что мы много очень сделали, и сегодня я постараюсь как-то это рассказать. Но теперь понимаю, что на самом деле впереди очень много. Мир меняется, меняется отношение к больным, меняются больные, меняется система, та знаменитая цифровизация, о которой все говорят, поменяла нашу жизнь в медицине полностью и продолжает менять. И задач очень много. Я не хочу сейчас их все рассказывать, это такой доклад на пару часов, но это немножко, это такой драйв. И месседж, как любые другие слова, создавать, менять, потому что очень много интересного впереди. В ходе конференции состоялся экспертный круглый стол «Проблемы подготовки врача общей практики». Участники дискуссии обсудили такие актуальные вопросы, как требования к врачам общей практики, новейшие технологии, модели образовательных программ подготовки профессиональных медицинских кадров в области семейной медицины, а также возможности международного сотрудничества и обмена экспертизой. А в рамках мероприятия прошла также постерная сессия, в которой со стендовыми докладами выступили молодые сотрудники, ординаторы, аспиранты и студенты медицинских вузов России. Основной клинической базой кафедры юбиляры является возглавляемая академиком Ройтбергом клиника медицина, где для обучения курсантов и ординаторов организованы эталонные офисы семейного врача, которые оборудованы современной аппаратурой, необходимой для диагностики и оказания амбулаторной помощи на высоком профессиональном уровне.